еще новость, связанная с совещанием президента с постоянными членами Совета безопасности нашей страны. Российский истребитель перехватил в небе над Балтикой американский самолет-разведчик. Вот кадры Минобороны. Су-27 был поднят по тревоге, когда над нейтральными водами засекли объект, который приближался к границе. Наши летчики подошли к нему на безопасное расстояние и установили, это американский разведчик RC-135. Он способен издалека находить, где развернуты зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции, а также распознавать, в каком режиме работают силы ПВО. Как только американцы заметили наш истребитель, их самолет стал удаляться от границ России.